Друзья, всем привет! Вы находитесь на телеканале KickMeet. Это жестко, у нас транслирует вас Останкино. Я их ненавижу. Вот, Никита плачет снова, а Артем робот. Ну вот. Сука. И между проектом, между. Тем не менее, Артем победил меня в сухую 5-0. Никита очень жестко занялся 5-2 с Тимофеем. Тимофей выбыл. И они сейчас схлестнутся в неравной битве. Вот так вот. И они скинутся по-человечески уже. Кто трясет, тот сами знаете, что делает, поэтому раз, два, три. Итак, начинает Тимофей. Артём. Я гадаю, некий. Друзья, я комментирую это видео супер активно. Ну вот, давай, Артём, ты должен, как новоприбывший, как это, скрытая лошадка, все знают, что Никита крутой, надо понять. Ты должен за Крым порвать всех. Хорошо, я гадаю некиту 3 хил в пирамидку. Вот так, вот так. Не владею этим трюком и загадаю Артему трюк, которому не владеет он. Наверное. Я в прошлой игре, короче, гадал Барнаби про Элхоп и не доделал, но я пробовал не раз, поэтому давайте загадаю еще раз и доделаю его. У нас 1-1. Гадает Артём. Трак налип вон там. Давайте фингер хил в книгу. У меня две буквы, мы сравняли счет. Сейчас гадаю некий трюк. Я гадаю некий 270 бэклип вот здесь. Я не умею этот трюк, и поэтому у меня буква. Я загадаю 50 на Харфанете Бархов Кабиб. Я гадаю Никиту from board на 3 влип по рейлу. Попробую еще раз, возьму их шанс. У меня 4 буквы. Давайте брай в книгу, я ему букву просто поставлю, все. Я не умею брай, у меня... Сколько у меня? У меня 3 буквы. У некоторые 4? 4. Игра говно, мне не нравится. А почему тебе не нравится? Мы просто играем честно, типа, и все. Я гадаю Никиту, запрыгну на эту грань наверх, и вон эти пулви вот сюда вот поскачу. Давайте хил на бар из книжки флажка. Я гадаю фромборд на 3 вот вниз по рейлу. Давайте апрейл бар слайд по флотовый бэклип на VIP. Я, наверное, не смогу, но я попробую. Я 3 буквы. Ты не сделал брай, фингерхилл и бар на VIP. Да, ты прав. Значит, 4-4. У меня 4-4, 4 буквы, 4 его буквы, 4 мои буквы, и я гадаю. Я гадаю некий хил декейт в пласкач с пирамидкой. Давайте рутер хил в книгу, он умеет. Переделать стоит, давай сразу. Охренеть. Ты вот так летел. Давайте я доберу трюк. Хил декейт. Не надо. Это очень страшно, но... Я хоть сделал или нет? Ты не долетела. Давай я переделаю. Ой, я так не делал. Давайте вверх на гринбокс ноуз, по флетовый на ноуз и на бар. Моя очередь гадать, и грех не добрать трюк, загадаю некий то же самое. У меня заключительная буква, я, получается, могу воспользоваться своей второй попыткой на эту букву. Пофиг, я проиграл Артему, но я сейчас доделаю, короче, трюк, потому что я хочу, и чё уж. Да, короче, давайте я доделаю, но я проиграл.
шапку победителя. Зацепил самую вот такую вот малость, там, наверное, слышно было. Насрать, короче, у нас. Да пофиг мне, я все равно проиграл. Где ты? Давай, все, счастье в дом, здоровья близким. Он мышь, а я еще больше, и игра класс, наверное, была. Вам интересно было, мы просто друг друга косили в первые четыре буквы, или что мы делали. Все, друзья, это был Артем Щербаков, я вот Никита Русаков. Ты показал наоборот. Ладно, за камерой, подписывайтесь на канал. За камерой Костя, подписывайтесь на наш канал, ставьте ваши вот эти вот лайки, и он добавит вам лайков. По ссылкам переходите в описании, там самое и крутое. Соцсети, подписывайтесь на соцсети, Инстаграм и ВКонтакте. Это Влад Березин, он нубик. Да. Все, до свидания, ребята, спасибо, что просмотр. Сейчас у Артема 4 плеча вылетит. У него 2.